Ребята, всем привет! Вы на канале «Сделай ставку сам». Сегодня я вам расскажу о новой стратегии в игре Dragon's Gold. Ссылки на конторы, в которых я делаю ставки, будут в описании. Переходи, регистрируйся. Итак, переходим в игру. Стратегия несложная, поэтому я ставлю изначально 1000 рублей. Итак, начнем с первой колонки. Один, три, пять. И возвращаемся на первую колонку. Один. Все, теперь забираем наш выигрыш. Мы только доходим до коэффициента 2,4. Так. Удваиваем нашу ставку. Теперь идем. 3, 5, 2, 1. Все, забираем наш выигрыш. Отлично. Так, возвращаемся к предыдущей ставке. Теперь еще разок. Проиграли. Ничего страшного. 1. 3, 5, 2. Забираем. Еще разок удваиваем. Так. Еще раз удваиваем. Забираем. Неплохо. Удвоим еще разок. Отлично. И пробуем последний разок. Не получилось. Возвращаемся к начальной ставке. Так, теперь идем на середину. Забираем наш выигрыш. Теперь удваиваем. Идем еще разок. Пробуем. Забираем. Удваиваем нашу ставку. Отлично. И последний раз. Все, забираем наш выигрыш. Все не так сложно, поэтому подписываемся на канал, ставим лайк под этим роликом, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Пока!